Здравствуйте, меня зовут Евгения, и я хочу рассказать вам о погоде на 7 мая. В Барнауле днем плюс 17, в Белокурихе плюс 20, ночью в обоих городах 7 градусов выше нуля, в Горно-Алтайске ночью плюс 4, днем плюс 20. И о погоде в нашем городе узнаем немного поподробнее. В Бийске переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 18, плюс 20. Русские пробежки поздравляют всех нас с наступающим Днем Победы и приглашают всех бичан на пробежку за здоровый образ жизни. Она состоится 16 мая в 10:00. Побежим от привокзальной площади до стадиона «Авангард». Форма одежды удобная и спортивная.